Кишиневские власти задумались ввести электронную оплату билетов в зоопарк и дендрарий. С началом летнего сезона число посетителей возросло в разы. Перед кассами образовываются длинные очереди. Ambele locații am fost ieri, este pur și simplu de nedeschis aici, trebuie să... В воскресенье мы были в обоих местах. Это просто не описать. Мы должны найти решение проблем парковки, потока людей и новых входов. И зоопарк, и дендрарий работают над модернизацией последних, в том числе с помощью электронной оплаты. Мы верим, что скоро найдем решение. Мэр объявил, что посетители могут зайти в дендрарий со стороны улицы Евгения Коки. В то же время он распорядился, чтобы до 1 июня был обустроен вход на перекрестке улиц Василия Лупу и Алексея Матиевича. В зоопарке проблема не только с большим количеством людей, но и с нехваткой парковочных мест. В выходные вереница из оставленных у обочин машин доходила до ворот города.